приветствую всех подписчиков моего канала в этот, по обыкновению, теплый и солнечный день в городе Астрахань 17 мая 2020 года. Сегодня хочу показать вам памятник, который был открыт 9 мая 2020 года на набережной города Астрахани в честь 75-летия Великой Победы Советского Народа в Великой Отечественной войне. Этот памятник был воздвигнут в память о героическом подвиге моряков Каспийской и Волжской флотилии в годы Великой Отечественной войны 1941-45 годов. Всего вам доброго и до новых встреч. Подписывайтесь на мой канал. Впереди вас ждет очень много интересного и полезного. С уважением, ваш Ренат.